Всем приветики. Мы находимся в игре Warframe. И я хотел бы показать вам основные элементы управления персонажем. Итак, начнем с самого простого. Передвижение. Клавиша V вперед, S назад, A влево, D вправо. Нажимаем и удержим Ctrl. Это приседание. И он в приседании может двигаться. Чтобы не удерживать, нажимаем клавишу V. Тогда он сопереседает, и нам не надо ничего держать. А потом, в момент бега, если нажать и удерживать клавишу Shift, он начинает бежать быстрее. Если в момент бега нажать и удерживать Ctrl, то это подкат. Если однократно нажать Shift в момент бега, это кувырок. Пробел — это прыжок. Если нажать подкат и прыжок одновременно, то это будет прыжок-выстрел в сторону направления прицела. А в момент полета можно нажать и удержать правую клавишу мыши. И тогда это замедлит полет и сделает его управляемым. И в момент такого полета можно пытаться изменить свое направление. Также в момент прыжка выстрела можно нажать кувырок-прыжок. Это сделает прыжок еще длиннее. То есть таким вот образом прыжок-выстрел, кувырок-прыжок. Таким образом можно быстро перемещаться. Таким вот образом, блин, прикольно. Если прыгнуть на стену, нажать правую кнопку мыши, мы к ней прилипнем. Иногда он не сразу цепляется за стену. То есть мы прыгнули, он не зацепился. Тогда нужно отпустить мышку, еще раз нажать. То есть два раза нажать. Возле стены. Правую кнопку мыши. Затем есть еще сальто назад. Смотрим сзади себя. Прыгаем, нажимаем в момент прыжка, когда мы в воздухе. Нажимаем и удерживаем V и нажимаем кувырок. Таким вот образом. Прыжок Shift. Вот. И при падении с большой высоты, когда высота еще больше, и Warframe падает с нее, вот, он так останавливается. То есть такой высоты уже достаточно. Вот он прыгает, ударяется руками, и в этот момент он не может бежать. И только когда он поднимется, он может бежать. А чтобы ускорить этот процесс, чтобы не останавливаться в момент падения, перед самой землей нажимаем подкат. И тогда это нас не остановит. То есть таким образом, вот, к примеру, если я падаю, все, я не могу ничего делать, я упал. То есть ему нужно еще восстановиться, подняться после падения. А с подкатом перед самой землей можно тут же уйти оттуда. Вот таким вот образом. В Warframe на самом деле благодаря паркуру можно очень быстро перемещаться и
в разных направлениях. Это очень круто на самом деле. Вот. Как-то так. На этом все. Всем покидо.